Итак, всем привет! Сегодня у нас будет видео о синем жилете. Хочу рассказать о расчетах. Изначально хотела снять видео про реглан, о расчетах анатомического реглана, но все же решила снять в первую очередь, все-таки начать марафон. Будем вязать вместе синий жилет. Синий мужской жилет. Ну, у вас он может, конечно, быть другого цвета, естественно, но тот, который я вам уже показывала, что начала вязать, или не показывала. Значит, обязательно покажу в следующем видео о процессах ноября, так как я его уже заканчиваю. Очень мне нравится, но сегодня все-таки хочу, чтобы желающие начали вязать со мной, хочу сегодня рассказать о расчетах. Сегодня буду рассказывать о схеме узора, который использовала я, и какие нам нужны мерки для того, чтобы это рассчитать. Итак, поехали. Значит, длина будет у нас изделия 68 сантиметров. Все у нас в сантиметрах. И давайте начнем с того, что нам нужно. Нам нужен обхват груди, обхват бедер, обхват шеи, длина изделия, длина плеча с учетом обвязки и глубина горловины. Я изобразила схематически. Длина изделия я замерила по свитеру, который нравится мужу. Как нам рассчитать обхват изделия? Обхват груди плюс-минус там 4, 7, 10 сантиметров, смотря какая у вас вязка, судя по образцу. Кстати, про образец я немного позже скажу. Для свободы облегания добавить сантиметры. Я взяла 5 сантиметров, это с учетом того, что я вяжу такой несвободный жилет, довольно облегающий, но не в обтяжку, естественно, с учетом того, что на образец у меня идет... Мне нужно было прибавить, по-моему, около 2 сантиметров к моим замерам. И еще вот я так накинула плюс, чтобы это ж не совсем обтяжка, было 5 сантиметров. Получилось отлично, чтобы нам рассчитать изделие. В данном случае 115 мы добавляем свободу облегания и делим на 2. Вот у нас получается число, которое я разбила на 2. Я взяла на перед 61,7 сантиметра и на спинку я отдала 59 сантиметров. Здесь с учетом узора, чтобы он не стягивал и не перекашивалось изделие, не перетягивались бока. В петлях это 142 и 136. Кстати, плотность вязания, вот у меня в 10 сантиметрах 33 ряда и 2,3 петли. В 1 сантиметре, в 10 23, соответственно. Какие нам нужны размеры? Так, с передом и со спинкой мы разобрались, с длиной изделия разобрались. Потом нам нужно замерить, определитесь, какая высота резинки вам нужна, какая глубина горловины вам нужна, какая глубина проймы вам нужна. Глубину проймы, чтобы рассчитать, берем такую формулу. Обхват груди делим на 2, это число делим на 3, добавляем 7,5. Получилось у меня 27,5, это с учетом того, что у нас на скос уйдет 3 сантиметра. И сама вот физическая пройма у нас именно получается кусочек вот этот 24,3. А здесь я немножко неправильно изобразила, но вот схематически показала, что у меня пройма идет ниже, чем вырез горловины. Но у вас может пройма быть на уровне с началом выреза горловины, с глубиной горловины, началом глубины. Обвязка у меня будет по 3 сантиметра. Глубина проймы у меня будет 8 сантиметров. То есть, получается, сам вырез будет 8. Потом мы еще сюда добавим обвязочку. 3 сантиметра будет у нас обвязка. Вот. Ширина плеча у нас будет, не учитывая обвязку, 9 сантиметров. С обвязкой будет у нас 15 сантиметров. Вырез горловины, вот я изобразила, рассчитывается по формуле. Обхват шеи, деленный на 3, плюс 1 сантиметр. Плюс 3, плюс 3. Плюс 3 и плюс 3 это обвязка с обеих сторон. Ну, то есть, в общем, у нас отсюда до сюда, не учитывая обвязку, 21,5 сантиметра будет ширина. Сзади у нас по спинке будет тоже вырез горловины, будет 3 сантиметра. То есть, я увязывать начинаю пройму через 1,5 сантиметра, и у меня начинается вырез горловины. Я делю полотно на две части. И начинаю закрывать петли здесь, ну и пройму обвязывать. А как нам, здесь у нас, понятно, будет по 3 сантиметра обвязка, здесь по 3 сантиметра. А здесь вот эта часть, вот, а
Участок А, он будет 4 сантиметра. Как его высчитать? То есть, чтобы вы ориентировались, как его высчитать? Мы считаем по формуле. А равно корень квадратный из 3 в квадрате плюс 3 в квадрате. Корень из 18 будет где-то 4,2. То есть, берем 4 сантиметра. Считаем по этой формуле, как бы все должно у вас сойтись. Я вот сейчас уже решила вам сначала снять про расчеты. Хотела все-таки параллельно с вами вязать. Делайте расчеты. В одном из следующих видео расскажу, как у меня прошел процесс и как я учитывала, и были ли какие-то недочеты, и как их учесть. Так, здесь у нас 4 сантиметра. Значит, получается, в общей сложности глубина горловины будет 23 сантиметра. Это вы уже меряете на глаз, как вам хочется, какая будет горловина. Может, у вас поглубже или поменьше. Смотрите, как вам нравится. Полностью будет 23 сантиметра, здесь 4 и здесь 19. Еще хочу сказать, пользуйтесь вот этими формулами. Я их перепроверила. Они работают. Конечно, вы проверяете, перепроверяете, но у меня сошлось. Я сначала сделала замеры физические, а потом по формуле проверила. Действительно, так оно и есть. Прежде чем начинать, вам нужно связать образец с узором и посмотреть, насколько он у вас стягивает полотно, и вообще замерить его. Потом уже вписать его в это полотно. У меня был здесь узор, но я его не изобразила здесь схематично. Но с учетом того, что узор будет стягивать полотно, я это все рассчитала, прибавочку сделала. И все у меня сошлось, все было правильно. Вот, кому нужны формулы, пожалуйста. Изначально мы набираем меньше петель, потом мы делаем прибавки. Я об этом расскажу в следующем видео. Сейчас нам важно сделать расчеты. Рассчитываем по этим формулам. Когда начнем вязать, в следующем видео я расскажу, сколько. Нам просто здесь это все правильно будет, нам просто на резиночку нужно будет взять меньше спицы и меньше петель нужно будет откинуть. А так все расчеты у вас будут правильные, останутся такие же. Два слова о схеме. Схема, которую я брала. Кстати, узор я могу вам показать в Инстаграм. Вот схематически изображен узор. Все просто. Я фотографию вставлю, скорее всего, сейчас, как выглядит узор. Это фото из Инстаграм. Заходите в мой Инстаграм, подписывайтесь. Там чаще я выкладываю посты о моих процессах. Можно будет следить. И здесь я вот себе схематично изобразила по низу резинку. Резинку я подстраивала под узор. Резинка у меня будет 2 на 2, из-за того, что в узоре здесь вот 2 на 2 идут две лицевые, двузначные. Я подстраивала под узор, я покажу, когда буду показывать само изделие. Вот у меня идут 4 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые. Резинку я составляла таким же образом, чтобы это было все целостно и гармонично в общем виде. Здесь у меня идет 49 петель. Вот я себе обозначила, что резинка начала. Вот это, в принципе, все, что я хотела вам сегодня рассказать, что вам нужно для того, чтобы сделать расчеты. Давайте начинать. Приступайте к расчетам, кто хочет связать. Берите на заметку, кто, может быть, не знал, что по таким формулам можно рассчитать очень просто. Пользуйтесь. Убавки нам надо будет рассчитать. Здесь мы будем провязывать убавки без ступенек. Я вам покажу красиво все плавненько, чтобы было скругление это. Здесь будем провязывать скос плеча обратно поворотными рядами. Здесь будем делать убавки по 2 лицевых вместе провязывать. Тоже нам нужно будет сделать расчет. Я его сделала, я вам покажу. Ну и сзади мы тоже будем спинку провязывать скос плеча, одновременно провязывая вот здесь вырезом горловины. Сзади все одновременно будем вязать. Все это очень просто, ничего сложного нет. Я все объясню, все покажу. Оставлю ссылочки на видео, по которым я бы вам советовала. Не хочу снимать такие видео. Я расскажу, как я вязала. А ссылки на видео я оставлю обязательно внизу. Девчонки там очень классно все подробно, доступно объясняют. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что здесь указана плотность. Вы можете пересчитать под свою плотность. Не можете, а вам нужно пересчитать под свою плотность. Это у меня 56, получается 58 размер. Если вам все подходит, вы подставляете свою плотность под эти сантиметры и все пересчитываете.
Но на узор обязательно вяжите образец, чтобы учесть, насколько у вас он вообще впишется, как его рассчитать вперед, чтобы у вас там ничего не перетянуло, не перекосило, все было правильно, четко, чтобы вот это вырез горловины вписался, скажем так, в как бы красиво смотрелся, если у вас там какой-то, например, коса, допустим, идет, да. Все, на сегодня хватит, домашнее задание у вас есть. Нарисуйте схематично, рассчитайте. Вот эти все расчеты, замеры у вас должны быть. Встретимся с вами в следующем видео. Буду рассказывать, как вязать, буду показывать уже на готовом изделии, учитывая все нюансы. Все расскажу, все покажу. До следующих видео. Всем пока!